Подмосковье по итогам 2020 года составили рейтинг 50. На протяжении нескольких лет он отражает качество работы, выполненной муниципальными властями, а также их вклад в развитие всего региона. Награду получила и команда Люберецкого городского округа. Работу органов местного самоуправления в Московской области оценивают не первый год. При подведении итогов учитывают показатели эффективности муниципалитетов, направленных на выполнение указов и посланий президента Российской Федерации Федеральному собранию и ежегодных обращений губернатора к жителям. Лидерство – это не для того, чтобы бравировать цифрами и лавровые венки на шею одевать. Высший знак лидерства – это когда каждый человек в самых разных уголках нашего Подмосковья чувствует, что в его жизни перемены происходят. По итогам 2020 года возглавил региональный рейтинг городской округ Химки. Отмечен наградой и Люберецкий городской округ. Он вошел в десятку лучших муниципальных управленческих команд. Диплом вручается городскому округу Люберцы. Глава Ружицкий Владимир Петрович. Как отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, это награда всего коллектива администрации. Стать лидером легко, удержать лидерство сложнее. Мы двигаемся. Я даю себе отчет, что следующий год будет запредельно сложным. Но в том-то, наверное, есть и какая-то прелесть, что именно во времена сложные ты должен искать решения, искать варианты, по крайней мере, себя мобилизовать, своих коллег по работе мобилизовать. У нас все для этого есть, и опыт, и знания, и, главное, желание. Впереди Новый год, новый рейтинг и новые достижения. В городской администрации уверены, приложив совместные усилия, можно достичь еще более высоких результатов. Григорий Ворванин, телеканал ЛРТ.